Всем привет! Добро пожаловать на распаковку бумажных сюрпризов, но перед началом обязательно подпишитесь на мой канал, чтобы не пропускать новые видео. На заднем плане вы можете услышать звуки природы, это все потому, что я нахожусь на даче. Также я хочу рассказать вам о том, что кроме бумажных сюрпризов я занимаюсь изготовлением деревянных значков. Деревянные значки – это лучший необычный подарок для вас и для ваших близких. Весь ассортимент значков вы можете увидеть в моем инстаграм или в группе ВКонтакте. Все ссылки есть в описании к этому видео. Давайте выбирать пакетики. Сегодня мы закончим одну коллекцию. И это коллекция головные уборы. У нас осталась вот одна шляпка. Из коллекции пазл. Сегодня давайте выберем пакетик такой вот темно-зеленый. Так, из коллекции брендовые сумочки из трех пакетиков я выбираю Шанель. Так, из коллекции «Моя любимая страна» Великобритания я выбираю пакетик с лондонским метро Underground. Так, из коллекции «Котики» я хочу сегодня открыть вот этого вот пушистого коричневого котика. Так. Из коллекции денежной. В этом видео я открою поросенка. Давайте зеленого откроем поросенка. Поросенка-копилку. Первым делом я хочу закончить коллекцию с головными уборами. Сразу откроем каталог. Вот. И сделаю обзор на эту коллекцию. Посмотрим, что здесь у нас в этой шляпке. А в этой шляпке у нас вот такая кепочка Нью-Йорк темно-зеленого цвета. На улице ветер, поэтому все мои сюрпризы могут улетать. Под номером 8 приклеиваем кепочку. Вот сюда. Так, давайте посмотрим всю коллекцию головных уборов поближе. Такая вот оранжевая кепочка, шапочка юность, полицейская фуражка, просто фуражка, кепочка серенькая и кепочка Nike. На другой странице у нас шляпа, такая вот серенькая кепочка, кепочка Нью-Йорк, шапка-ушанка и кепка LA, Лос-Анджелес. Так, следующая коллекция. Это коллекция, смотрите, вот пазл. Давайте пазл откроем. Так, это мы... Так, все. У нас три элемента. Под номером 34. Под номером 33. Многие уже догадались, что это Стич. Уже видно, что это Стич. И под номером 6. Многие писали в комментариях. Вы все были правы, это действительно Стич. Так, следующий пакетик. Следующий пакетик давайте откроем Шанель. Брендовые сумочки. Остальные пакетики я прижму каталогом, чтобы они не улетели. Так, Шанель. В розовом пакетике Шанель у нас лежала вот такая вот сумочка Шанель зеленого цвета. Напишите в комментариях, хотели бы вы себе такую сумочку. Так. Сумочка Шанель вот на этой странице. У меня крупные сумочки, а на этой странице у меня такие маленькие сумочки. Приклеиваем. Так, следующая коллекция.
Давайте откроем котиков. Котиков. Тут два сюрприза. Первый сюрприз — котик под номером 6. Игривый котик. И под номером 7 моточек с нитками. У нас на второй страничке. Так, 6. Приклеиваем котика. И под номером 7 мы приклеиваем моточек с нитками. Так, следующие два пакетика у нас остались. Откроем коллекцию Великобритания. Такие вот конвертики. В этой коллекции крафтовые. В этом пакетике нам попался знаменитый двухэтажный красный лондонский автобус. Так. Вот так вот у нас оформлена коллекция Великобритания. И вот под номером 6 мы приклеиваем автобус. Так вот, и последний пакетик с денежной коллекцией. Открываем копилку. Так, под номером 7, что же это, что-то большое? Это кошелек с деньгами. Кошелек с деньгами у нас на этой странице под номером 7. На сегодня это были все пакетики. Всем всего доброго, всем пока!